трагическая новость. Сегодня утром не стало Леонида Куравлева, любимый актер и суперзвезда советского кино. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Жорж Милославский, Шура Балаганов в «Золотом теленке» и «Копченый» в фильме «Место встречи изменить нельзя». Леонид Куравлев до конца жизни искренне удивлялся. Сыграл трех воров, но всех их любит зритель. Мастер импровизации Куравлев на ходу придумывал фразы, которые уходили в народ. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Эту знаменитую оговорку Куравлев придумал сам, и ее не вырезали. А когда снимали музыкальную сцену в палатах Ивана Грозного, артист неожиданно появился в кадре с пачкой «Мальборо» – любимых сигарет Леонида Гайдая. Режиссеру идея понравилась, и дубль вошел в картину. Неужели тарелочка? Да, тарелочка с голубой каемочкой. Родился Куравлев совсем не в актерской семье. Отец – слесарь, мать – парикмахер. В ВГИК поступил по совету двоюродной сестры. Там не надо было сдавать столь нелюбимые будущим актерам точные науки. Колокольников Павел Егорович, год рождения 1937, водитель-механик 2-го К-класса, холост. Простой, как 5 копеек, настоящая рубаха-парень, мечтательный и немного наивный. Роль Пашки Колокольникова действительно шла Куравлеву. Благодаря фильму «Живет такой парень» образ своего парня приклеился к нему на всю жизнь. Эта картина рванула как бомба. Ведь эта картина была сразу любимой, сразу понравилась. Вот он мне подарил счастливую киносудьбу. Шукшин. Помню об этом. Настолько помню, что скажу, когда родился у меня сын, а у него только дочери, 3, я назвал его в честь Василия Макаровича. Василием. Трофимыч! Федук где? Обеды! А ты что ж никогда не обедаешь? Верблюд, что ли? Куравлев – один из рекордсменов по количеству ролей. Их у него больше 250. Глубоких, разноплановых, а потому запоминающихся. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Психическую, а тоже не перестану. Многие из этих ролей ему приходилось отвоевывать у не менее маститых коллег. На роль сантехника Афоня, любителя пропустить рюмочку-другую, претендовали Высоцкий и Караченцев. Но Данелия хотел, чтобы Афоню не презирали и осуждали, а полюбили. Такого, как есть, пьяницу, вруна и взяточника. Ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь! Он чистый такой, его... обманывали всегда и обманывают. Я просто знаю его. Он добрый человек, он обязательный, в отличие от Афони. В 67-м артист разбавил свою позитивную фильмографию первым советским фильмом ужасов. Успех «Вии» в СССР был оглушительным. И тандем Леонида Куравлева и Натальи Варлей сыграл в этом не последнюю роль. Во время съемок едва не произошла трагедия. Эпизод, где Паночка летает в гробу. Она пошла вперед и головой вниз. И Леня схватил ее и буквально за какие-нибудь 20 сантиметров от пола ухватил ее. Это был бы смерть. Она с высоты 2,5 метров летела. Несмотря на сотни ярких ролей, народный артист РСФСР Куравлев всегда оставался скромным человеком. И на съемочной площадке, и за ее пределами. С одной стороны, он абсолютно открыт, а с другой стороны, та зона, которая глубоко внутри, она очень защищена. И туда доступ имеют только очень-очень немногие. Там есть тайна, там есть свой мир. И это все так... достаточно закрыто. Леонид Куравлев редко давал интервью и вообще не любил говорить о себе. Был простым парнем, которому верили, сопереживали и которого любили. Это ты стучал? Все на свете было не зря. Не напрасно было. Чудак ты у меня. Чудак. Чудак не дурак, на чудака, говорят, земля держится.